Всем привет! Кто еще меня не знает, Эрика Вейс. И у нас сегодня в гостях в арт-студии еще одна Эрика. Меня зовут Эрика Монтель. А на испанском? Yo me llamo Эрика Монтель. А, Эрика Вейс. И хотели бы вам предложить сделать вот такую вот мышку интересную на наш праздник, которую мы сделаем из вот туалетной бумаги, из рулончика. Con un rollo de papel. Cortamos unas alas con cartulina. Да, мы будем из картона использовать, делать крылья вот такие. Necesitamos dos papelitos para los dientes. У нас из белой бумаги сделаны такие беленькие зубки. И dos ojos. Да, мы будем использовать вот такие маленькие глазки. И una cinta. Угу. Вот начнем. Y primero vamos a pegar el cuerpo. Так, да, мы должны, вот мы приклеили заранее двусторонний скотч. И вот как бы сейчас приклеим его на наш рулончик. Угу, молодец. Хорошо, хорошо. Раз. Есть. Вот так. И necesita quedar así. Después pegamos las alas. Нет, сначала давай зубы. Давай зубы. Los и ojos. Зубы, да, и глазки сделаем. Вот так, и рядышком второй. Упс, вот он. Да, посмотрите, у нас уже вот такие зубики. Ahora vamos a pegar los ojos. Ниже, ниже. Да. И второй. Ой, замечательно. У нас уже два глазика и два зубика. Покажи зрителям. Вот так. Necesita quedar así. Вот, и осталось нам вот эти крылья только прикрепить, и у нас уже будет готовая летучая мышь. Еще раз клей. Еще раз клей. Угу. Молодец. Посредине. Ahora vamos a pegar las alas. Угу, побольше, потому что это картон. Вот так. Да, молодец. И клеим. Отлично. Вот такая красивая летучая мышь. Глазки. Стоп, стоп, стоп. Не переживай. Хорошо. Два глаза отпало теперь. И еще раз. Это два глаза. Это два глаза. Эти глаза. Estos ojos son muy malos. Вот так. No se pegan. Pero ahora necesito. Давай я. Давай. Мы это сделали, у нас получился мальчик и девочка. Hemos hecho estos murciélagos y nos han salido una niña y un niño. Подписывайтесь на наш канал и приходите к нам в арт-студию. Apuntaos a nuestro canal y ver nuestro video. Всем пока!